прошли чемпионат мира среди молодежи. Выход 1-1. Дубль Николая Жердева. Галузин тоже очень здорово сыграл за сборную. Его здоровье и на предыдущий этап Евротура хотел привлечь. Он постоянно был в расширенной записке. Травма. А здесь сыграл, и я думаю, что вот по игре он был таким одним из самых мастеровитых центральных нападающих российских сборных. Ну, две передачи, вот там подтверждение вообще.